ballet is our daughter's passion. So we'll have to share her interest and do everything possible and impossible for us to maintain that interest in her. Every trip to any city involves visiting ballet museums, theaters, stores with pointe shoes and other outfits and other attractions. So during one of our walks through the streets of St. Petersburg, we come across a sign that read, "In this house from 1926 to 1935 lived the great Russian ballerina Galina Ulanova." That was enough to set off in search of that apartment throughout the house. Unfortunately, none of the occupants of the house knew exactly where that apartment was. Здравствуйте. Later, I found on the internet that many apartments in this house, including the one where Galina Ulanova lived, had been converted into hotels, and now not a trace of the original interiors was left. Так, вот здесь, вот, можно вот так.
Попробуйте, встаньте. А вот теперь смотри, как я работаю. Учениками Академии Русского. Наоборот, лучше. Вот так. И сделайте, что туда же надо ехать. Знание о нашем основном позиции. Это посыл. Дай посыл. Прежде всего, просто болеть славу. Быстро смотрите, как она стоит. Так хорошо стоит. Молодец. А это делают все. Четыре основных. Так, пятый. Пятый. Итак, вот. Первое. Это просто супер. Вторая. Твоя вот статус, мне прямо, ну, когда что-то больше, я начинаю нервничать. Итак, пожалуйста, дети на лет. Первая. Вот, выше. Чуть-чуть. Вторая. Чуть-чуть выше. Подай, вот. И, раз. И. Ну, только не так грустно. Ну, что ж такое? Встань еще. Вот прямо в шестую шагу. И, раз. И, девять. Все эти истории, которые вышли. Да. Вот это да, такого. Такое я еще не видел. Смотрите, это легко делается. Ты снимаешь? А? Нам нужен максимально широкий пятак, еще начинающий, и, наверное, максимально твердый стакан. Ну, я могу пластик вам предложить, это у нас новая модель, они как гейнер. Это пластик, все. Пластик? Да, их можно стирать, это вот у нас новая модель, Саша выпустила под гейнер. Там завязочки, как у гейнера, сбоку пятак обшит. То есть это сейчас самая популярная у нас модель. На ней действительно очень удобно. Хорошо? Попробуйте завязать ленты и встать. Удобно? Они очень удобные. Давайте узкие попробуем. Ну, у нас сейчас все переходят на Саншу, они новые пришли, и такой курорт прожили, что все... У нас балерины по две сразу пары берут, а то быть потом от вас не дождешься. Поставки редко. Второй год, за год второй раз. А балерина с Мариинки работала в ней год. Я ему сказала, вообще, чуть-чуть бить, как-то. Вон котик сидит.